Социологи США под видом научной работы в России могут начать работать на разведку своей страны. Национальный научный фонд при американском правительстве запускает у нас сейчас масштабное социологическое исследование молодых юристов. Ученые хотят разобраться, какую роль выпускников правовых факультетов этого года будут играть в современном обществе. На проект выделено больше 300 тысяч долларов. Причем к исследованию хотят подключить и российских научных исследователей. Однако, как выяснил Life, наши ученые пока не в курсе, какую роль они могут сыграть в американском проекте. Эксперты в области международных отношений бьют тревогу. Под эгидой науки американцы могут получить разведданные, которые можно будет использовать против России. Важное наблюдение. США всегда проводили масштабные социологические исследования накануне цветных революций в постсоветском пространстве. Подробности этого расследования читайте на Life.ru.